Хей, гайс, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Волшебный Шар 3. Так, ладненько, давайте, у нас новая глава. Теперь у нас Баба Яга. Та-та-та-та-та. Да, все-таки 20 уровней всего. Ну, это, знаете, вот объекты, которые не ломаются. Зато ломаешь одну бомбу, и так приятно видеть, как все уничтожилось. Ну, конечно, это еще нужно попасть. Это тоже такая, вам скажу, задача непростая. И на это может уйти уйма времени, если не прицелиться. Так вот, надо сейчас вот так вот. Вот так вот. Я же пытаюсь максимально, чтобы оно попало ровненько. Так, вот так. Выровнял. Теперь бачок потихоньку. Хрясь. Хрясь. Вот туда. Да, походу, это будет у нас серия довольно долгой. Ладно, давайте, наверное, это, да, уничтожим. Ой. Я уничтожу все равно. Они даже мне магнитик не дают, чтобы я мог нормально прицелиться. Оу, еее. А, да? Что-то я как-то очень быстро обрадовался. Мне кажется, мне уже будет этот звук сниться. Тяжело попасть. Гоните. О, наконец-то. Все, облегчение. Можно расслабиться. Даже так защищает. Блин, тяжко. Ну, хотя бы с одной стороны попроще. Блин, ну если бы метеорит, каменный дождь хотя бы что-то уничтожал. Мне же, по сути, это и не поможет. Да, да. Ладно, попытаемся другим способом. Вот так вот. Отлично. А как я достану эти объекты? Яблоки придется сломать. Блин, оно там за железными балками этими. Овца рисует овец. И там серенький волк сидит и ждет. Когда же он всех съест?
О, повезло, повезло, повезло. Ой, блин. Проморгал. Шаром. У него как будто эффект опьянения бесконечный был. Вот снова. А я то думаю, из-за чего это? А теперь я понял. Это из-за водопада-то. Это игра 3 на 3 между овцами и горилл. На заднем фоне курицы, лягушки и коты. Так, ладно. Как я понимаю, желательно мне попасть за арену. Только это тяжело будет сделать. Почти. Почему ты такой медленный? Нет, я подобрал обычный. Так, осталось двое против четверых. Кто же победит? Да, я как ты сказал 3 на 3, я ошибся. Так сказать, уменьшаем поле. Повезло очередной раз. Блин, не повезло очередной раз. Так, ладно, хотя бы надо как-то так. Оно иногда не понимаешь, как, куда оно будет именно лететь. Как бы летит и ровно, но летит неровно. Вот так вот я хотел, чтобы она летела. Это часто игра, знаете, для меня, для на расслабоне. Поиграл, выпустил. Мне кажется, мало кто в ее вообще проходил. А я прошел. Ну, прохожу, по крайней мере. Блин, а там почти, походу, все объекты, которые с двух раз, да? С трех раз уничтожили. Не, с трех. Плёха, плёха, плёха. О. Неплохо. Thank you.
вот в ту сторону все кидать. Не, походу очки мне бонусные хп не дают. Только бонусные хп дают бонусные хп. Это типа местный бар. О, а что вулкан делает? Ай, блин, то есть оно снимает дебаф? Это странно. Да ладно, мне сломали вулкан. О, ветер на моей стороне. Дополнительная жизнь, можно еще пожить. Ну, сейчас как раз несем. Блин, я, конечно, хотел такую скорость, но не с опьянением этим. Вот это максимальная, да, скорость? Была. Все, теперь спокойно. Воу! Фу. Пронесло. Просто не хотелось лишний раз терять хп. HP. Хп это HP. Можно мне шипастый круг? Это тоже неплохо. Он как бы и один, но их там три. Потерял один. Ладно, хотя бы надо идти сохранить два. Ох, если сейчас. О, да, я так и думал. Когда много этих, оно попроще. Вот бы еще разделение на три. Было бы прикольно. Вот маленький, вот это уменьшение шарика, это лучше вообще не брать. Блин. Да, плохо. Блин, ну с одной стороны это реалистично, что они друг друга врезаются, а с другой стороны можно так и профекать много всего. Где же весь ништяк? Когда много этих шариков, надо думать, кто будет из них первый падать. Черная кошка, проклятая кошка. Так, наверх, наверх, наверх. Да, поздно ты приехал, шипик мой. Без тебя уже здесь бы справились.
тут обычная ферма. Минус кот. Кот вышел из строя. Осторожненько уничтожаем. У меня же еще была одна секунда. Почему так быстро исчез? Вот мне кажется, вот в центральной пеньке, который лежит под доской с левой стороны от курицы, там вот что-то есть. Так, главное теперь это опьянение схлопотать. Пипец, мы так долго играем эти уровни. Ну что, мне потом придется растягивать их. Ну только пятый уровень. Теперь у овечек день рождения. Ну хотя бы изначально с предметом повезло. Хотя бы овцу забрал. Так, я там видел ведьму. Где ведьма? Блин, он уменьшился. Ладно, огнестрел. Огнестрел. Блин, ну в игре есть рейтинг. Типа рейтинг за сутки. То есть создатель рассчитывал на то, что игру будут играть каждый день и перепроходить очень много раз, чтобы держаться в топе, в рейтинге. Блин, вот бы ветер найти и жабу спустить на левую сторону. Ну, и так можно. Только получил и сразу не чуди. Сразу
что не туды. Не туды, не сюды. Хорошо, ракеты. Немножко ускоримся. Вот в заборе очень много кусочков, поэтому, да. Надо как-то немного ускорить процесс в плане уничтожения забора. Возможно, прокатит. Ну хотя взрыв не такой же большой на самом деле. Шампанское на самом деле выгодно брать только тогда, когда ты понимаешь, что твой шарик, допустим, куда-то закатился. Запорол. Так, ну ладно, ракеты хотя бы я смогу платформу эти уничтожить. О, найс, молния. Достает. Ничего себе. Теперь на овц напали. Энты. Да, вулкан это подстава. Надо тогда пока... Ой, блин. Ладно, хотя бы скорее не верну. Кто-то скажет, ускорение это плохо. Я скажу, что ускорение для меня такое круто. Нифига. Разве это честно? Уклоняться так. Теперь у нас обычная ферма. Спокойная, расслабляющая ферма. Ускоримся. Ой-ой-ой-ой, что с мышкой? Надо было все-таки пожертвовать защитой этой, чем скорость терять. Надо арбузы тогда сломать с тыквами, может там в них что-то есть. Лазер. Лазер использую на дом. О, вернул нормальную скорость. Но, возможно, даже обычный шар это не так уж плохо. Если у тебя замедление, подбираешь его, и тогда шар возвращает свою прежнюю скорость. Thank you.
он насквозь пролетает забора? Я что, виноват? Сломай тыкву, дай мне предмет. В тыкве, наверное, есть предмет. Ну, скорее всего, монетка. Не, нету, ничего. Не, да. Все, если начал молния бить, значит уже спасение, считайте. Ах ты ж, ведьма. Это значит, ты направила те пеньки. Не жди пощады. От нее даже и мокрого места не осталось. Как мы в фильме про нос. Интересно, в черепках проклятие? Или наградное? А, блин. Молоко только пострелял. В черепе был сюрприз. Так, а теперь нужно как-то сделать так, чтобы я смог сломать остальные эти ненужные моменты. Блин, а прострелит? Ладно. Да, блин, раздражает. Молния, спасай. Вот как мне теперь шарик вот тот угол подгонять? О, все. Пронесло. Сейчас мы выиграем еще два... А, даже три нужно, можно, чтобы оставалось. То есть она решила все-таки отомстить, так сказать, мне и овцам, и поэтому теперь оживила мертвецов. Так, главное... Ай, травку не заметил. Я думал, сейчас сразу в бочку попаду. Отлично. На этот раз у нас все лучше получилось. Еще бы оно заехало, было бы еще лучше. А, то есть мне нужно еще попасть именно в этот, в проход? Вы издеваетесь? Это тяжело провернуть. Думалось мне. Ничего себе, сразу всех скелетов снес. Надо вот так вот, и он сейчас не туда, куда я думал. Но все равно, знаете, блин, или мне кажется, что карта немножко под каким-то углом. То есть не ровно на 180 градусов, ну, 90 градусов стоит. А как-то немножко вот 89, 88. Немножко как в бачок уходит. Стоп, вот снова, как мне достать ведьму? Как мне доставать те объекты, которые за границей моих возможностей? Ты-ты-ты-ты-ты. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты.
Еще один объект и молния должна была быть. Но из-за этой статуэтки с проклятиями не а-а. Ох, зацепил. Так, полдела сделано, как говорится. Просто попасть в один из этих камней, и молния начнет атаковать. Но, о. Отлично. Все. Да, ведьмочка, тебе от нас не убежать. О, молодец. Я молодец. Ну, пусть там резвится. Интересно, он ко мне вылетит сюда? Полностью все завалил. Походу, он там реально надолго. Ладно, немного очищу. Надо очистить проход. Вот метеорит бы, ну, немножко хотя бы наносил бы урон. Котик, 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 сейчас кое-кто получит. Оу, сорнадо, овоча, сорнадо. Надо проникнуть к ним тоже. Я помогу. О, если это так, то нужно сразу овечек уничтожать. Процесс побыстрее будет. Подарунок, 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 подарунок. Салюти.
Надо хороший подарок выбить. О, док жит. А у меня будет? А нет, да, в натуре. Больше. Но больше и больше. Больше и больше. Бьемся в подарунок. Хватит журчать. Ударься еще в фонтанчик. Магнитик. Я не знаю, сколько там нужно его ударить, чтобы он сломался. Ну это же нехороший предмет. И молотки, я бы не сказал, что полезные. Ничего себе, это что-то новенькое. Теперь у нас животные смотрят Чапли Чаплина. Отсылочки, отсылочки. И ты, сейчас эти животные такие, ого, ну и спецэффекты. Так, 14 уровень, да, только? Ну да, первые уровни были легкими. Там не так было много объектов. Ничего необычного. Здесь как-то, знаете, меньше сюжетных таких элементов, которые могу придумать. Ну ладно. Очень притянуто. Это ж начало из Скайрима. А заметьте, как в натуре вот темнота играет роль. То есть есть фонари. Значит, они работают, если эффект ночи мы берем. Вот тоже, допустим, Чапли-Чаплина этим. Вот мы с вами темноту взяли, и картинка там стала ясной. Ну, типа, светлой. Отличие от всего. То есть, понимаете, об этом подумали. Мелочь, а приятно. Тебе придется подождать, пока уровень закончу. Хотя, ладно. Оказывается, кнопочка паузы — это тоже действие. Блин, у нас уже 40 минут, а... Жесть. Это жестко. Ну ладно, не буду разделять.
Короче, ведьма исправилась и решила заняться садоводством. Стуки-стуки, ведьмочка. I'm back. Блин, а что будет дальше? Вот уровень с рыцарями, мне кажется, там вообще будет попа. В плане того, что там же типа, скорее всего, много будет участков, сделанные из железа, которые не пробиваются у нас. Быстрее, быстрее. За работу, за работу. О, скорость. Убийца овощей. Я спас кота, выполнил свой долг. Остальные важны. Забор, забор. Забор, забор. Забор, забор, забор. Блин, кстати, вот игра наподобие Zoom. Я помню про жуков. Блин, не помню, как игра называется. О, аттракциончики. Так, когда бы мне податься? Давайте сразу вулкан. Думаю, нужно качелям идти. Очищаем очередь, очищаем очередь. Супер опасная охрана. Я думал, качелю сейчас унесет куда-то. Блин, странно, что и шарики мои не укатываются вместе с ветром. Нет, серия на целый час будет с такими силами, усилиями.
Шарики, будьте любезны, овечка ждет вас. Долетите до чертовой овечки. Она ждет, не дождется, когда вы до ней доедете. Ладно. О, молодец. Он молодец. Это тот же самый, он доехал до овечки. Он понимает меня, он понимает мои чувства. Он еще с третий раз до нее доедет. Хорош. Я слежу именно за этим шариком. Блин, просрал. Блин. Вот снова проблема с тем, что нужно... Ой, повезло. Бабка пошла по грибы. Бабка пошла по грибы. Вот, за такой я говорил момент, когда вот хорошо. Когда вот шарик куда-то заехал, берешь опьянение, и он просто всех бьет на повал. Блин. То есть вот, вот для чего она создала ферму. Теперь она их продает. Ништяки на ферме. Ай, блин. Хотя вот щетка, но облегчить могло мне это весь процесс. Так, я не понял, почему у меня привязка такая долгая? Значит, как бонус шар шипами, когда еще у меня оставалось пару секунд, у меня сразу забирает, даже до истечения времени. А значит, как привязочка, так сразу. Давай еще размножь. Ладно, так тоже сойдет. Ну и стоны. Последний. Культ ведьмы призывает кого-то. Одни негативные вещи падают. В натуре. Ведьминое кольцо. А ну-ка, как теперь будет? А, нет, костер потушили. Мы же костер потушили. Ветер подул налево, подул направо. И снова направо.
Так, сейчас бы шипы. Сейчас бы шипы. Было бы найс. Ладно, пришлось. Пришлось спасать. Да, слишком много проклятий. Слишком, бабуха, ты много проклятий накидываешь на меня. Отлично, все. Или еще не все, подожди. Еще не все? В смысле? Разве не по 20 уровней? Да, походу это будет еще дольше, чем у Бэтмен. У меня был. Просто выстрелил в никуда. Блин, я думал, в натуре последний уровень как раз с ведьмой, так сказать. Идеальный подход к концу, оказывается, там еще есть. И проклятие схопотал. И шар. Схопотал. Да, с такой скоростью их только и ловить. Так в смысле, а где их? Странный коронавирус работает. Так, теперь овцы у нас пошли в школу. Ладно, это быстро ломаются, поэтому... О, несколько вещей поулетало. Идеально ровно. Так, надо на бочок. Земельный сразу участок ломать надо. Буду рад, если будет разделение на 3. Я знаю, что мне дали. Серьезно, замедление. Вау, супер под. А что мне с хп? А, точно, я ж в меню вышел. То у меня и с хп. И счет сбросился.
Рилу надо убить, пока хватает. Бомбу надо в ящик кинуть. Блин, вот снова взрыв произошел, но сломал только один. Но зато не потребовалось 3 удара. Так, сколько тут объектов? 5-10 объектов. 9 объектов, 8 объектов. Осталось 6 объектов. Еще 3 ломаем, и уровень пройден. Еще один ломаем. Все, медаль падает. А, там еще был один объект. Что не это? Веер? Это не веер. А, валанчики. Эх, овцы, овцы. Мне надо загнать туда. В уголочек. И есть еще игра одна прикольная тоже. Но там главная задача в игре просто кликать. И в принципе игра сама пройдется. Надо будет тоже сыграть, возможно. Все, таки хапанул уменьшалку. А, так она на время. Долго, дайте проклятие видеоускорения, спасибо. Отлично. Дальте 3. Блин, дает то, что я... О чем я думаю? Может, я сплю? Эх, сейчас бы... Шипы. Не, замедление дали. Где замедление, там это, значит, и хороший предмет. Так, вид. Так, сетка мне не нужна. Баланчик я уже сам достал. Медленно, медленно, медленно. Скоро я лягу отдыхать. Ой, блин. Опять посеял. Опять посеял. Ну, что бывает. Ведьма собрала еще один круг.
Хорошее проклятие. А, что и с эффектом тьмы, что без него? Видимость не очень. Ну да, потому что тут, я смотрю, темно. Так, нужно деревья левые пострелять. Ух ты ж я. Да, это будет долго. Долго, если три шарика не получу. Можно по этим пострелять. Ладно. Хотя давайте я в натуре постреляю по этим ускорение. В смысле? Слишком фигню даешь. А, я даже сломал ее. Ну, типа такой задник меняет цвет, а так поле какое было, темное такое осталось. Тут просто много очень этих мелких объектов, из-за этого такая долгая процедура. Блин, а мне пушка не поможет, да? Я слишком здоровый. Вот как раз вот в этом и нюансе. Уменьшение дайте. О, наконец-то. Немножко ускоримся. Немножечко, всего лишь немножечко. В пару деревьев. Уровень пройден. Можно выдохнуть. Так, это последний уровень. Дуэль. Еще два уровня. Дуэль и финал. Та-та-та-та. Дуэль и финал. Опля. Ну, хотя бы овечку успел задеть. Угу. Вот и финал.
избушка. Ну, это более милая избушка. Хорошее проклятие. Хотя, мне кажется, можно, знаете, узнать, другая ли локация это или нет, за счет фона. Ну, скорее всего, фон меняется. Хотя... В смысле? А как он сломал дерево, а не взорвать? Ненормально, ненормально. Дальше у нас новое начало. Я могу, в принципе, посмотреть. Стоп. Минутку. Здесь столько эпизодов. Здесь вообще больше эпизодов. А здесь так мало? А сколько же тогда здесь будет? Ладненько. Думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.